Здоровоньки, амиго. Погнали посмотрим видосичек. Ой, говорили, не спи на полу. Лицо будет в форме кирпича. Бежать из позитива. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня тут отправили... Судя по текстурам, 2006 год. Ой, вот нельзя вот так вот в фотошопе просто камешек зеркалить левую и правую половину. Сразу получается не текстура камня, а тазовая кость. Да, и они еще говорят то, что на постгине это не пойдет. Да у меня, блин, в третьем спринтерселе Chaos Theory были кирпичи объемнее. Здравствуйте, дорогие друзья, меня от нашего выйти мы, естественно, не можем. Однако в Glory Hall нас поджидала записка, которую я не посмотрел. Экзамен. Экзамен экзамена. Когда вы пролезете через Glory Hall, дверь не отведет вас к спасению, а вот так. Свет отведет по правильной дороге. Прямо в объятия большой женщины, ради чего мы здесь, собственно, в этот радостный день, мне кажется, и собрались. Алло, открывайте. Ну, типичные такие красноярские апарт-отели. Хоть Wi-Fi есть, и то спасибо. Не 5G, конечно. Может быть, эта комната и есть вся демка? Господи, как стрёмно, это призрачная цепь, она проходит... по стену. Этим тут пугают или кого? Ну, а тут обнаружилась большая дыра, в гости к сокамерникам ходить как бы. А у них и тазик есть, помыться можно. По-моему, меня сейчас научат, как сухари сушить и огурцы мариновать. Открыто? О, нормально. Дорогие друзья, меня наше политическое общество инцелы под прицелом позвало подарить вот эти цветочки уважаемой леди Димитреску. Мы с ней, конечно же, не знакомы. Сказали, просто иди по направлению использованных шприцов и обязательно не ошибешься. Медицина, чтобы содержать прикорм в добром здравии. Ну, явно гомеопатия, конечно, сплошная. Ног у меня нету, это обидно. Хотя, в принципе, среднестатистическому главному герою в хорроре. Помоги мне, братан! Хочу вот такую свиную маску носить. На лошадка пати, как бы, да? Но антагонисту в хоррорах нужен болторез, чтобы пробраться к повешенке. Но протагонисту в хоррорах ноги-то и не нужны. Встроенный в пупок фонарик. Ага, болторез. Сука. Блин, почему это так смешно? Встроенный в пупок фонарик. Как это тупо, но смешно. Рез нужен и ключ нужен. Блин. Слушайте, ну не нужно, в принципе, обладать богатой фантазией, чтобы представить, как работает данное устройство. Просто, но данный девайс. Можно в школе такое на уроках труда делать. В отличие от загадочного вот этого. Что в нем делать? Колбасу, что ли, докторскую подвешивать, коптиться? Ого. Oh. Жалко, что демка вышла 3000 лет назад, и, к сожалению, явно буду не первым, кто пошутит про эти два стула. На какой сам сядешь, на каком летсплей запишешь? Где ключи? Сделали, блин, для демки одну комнату. Ну, конечно, не зря насмерть с продавцом дрался за PlayStation 5. Потенциал прям налицо. Нужен какой-нибудь дрын. Но вот эти прихватки подойдут, мне кажется. Я бы легко взломал. Это персонаж сам лёг. Около дыры сам ложится, посмотри. Все удобства для тебя. Или чё? Ну и чё ты лёг? Мы в эту сторону смотрим. А сюда не проползти? Ну ты, конечно, дурак. Значит, у вас тут есть карнавальные маски, бидоны, зажимы для колбасы. А вы в итоге женщину убили чем? Болторезом. Микалочка, конечно, так себе. Но зато, если вам нужно пройти в комнату с повешенкой, болторез. Чем? Ну, если так призадуматься, а ведь и вправду. Болторезом. Микалочка, конечно, так себе. Но зато, если вам нужно пройти в комнату с повешенкой, болторез окажется как нельзя кстати. Нет, не бумажкой. Да, кусай. Блин, ну он не должен на меня напрыгнуть. По всем объективным показателям, так сказать. Явно же человек посмотрел непосредственно Каху. Ну, обзор как бы, ну да. Давай. Так. Темпе.
Мне с тебя явно что-то надо. Нет? Мне с тебя явно что-то надо. Что же? Я-то самый скучный, блин, день рождения. 2000. Ой, блин! Ты чё, блядь, пинята? Самый скучный день рождения. О, чёрт. Сука, как можно было это сравнить с пинятой, а? Нет? Это пинята, самый скучный, блядь, день рождения в 2021 году. А ты какого я ожидал? Ну, тут явно что-то должно быть. Я его должен так раскачать, чтобы, запрыгнув на нем, перемахнуть через... пропасть. Нет? Да в смысле нет? О! О, а еще какого-то другана скинули. Ну, чисто пяти, да, чисто. Я бы сюда и не посмотрел, вы там так висите в тишине. Вот, наконец-то мы и узнали, как выглядят... Висят в тишине. Видят те самые загадочные тикток-хаусы. Люди там зависают! Сука! Блядь! Не, ну, блин, Гуфовский, хватит! Висишь, да? Ну, тебе кровь в тазике уже не понадобится, я думаю, да? Так что я сюда немножко бултыхну и достану. Хотел сказать отмычку. Блин, бабака сейчас по-любому выпрыгнет, бабай. А я все слышу. Где вы рычите? Рук нету. Они решили, а зачем руки делать, все равно потом под VR выпускать. Может быть, мы, конечно, играем за победителя битвы экстрасенсов. Не исключено. Не, ну с освещением. С освещением постарались, конечно. Ничто вообще не указывает, что после прихожей с таким великолепным освещением будет всего-навсего пытошная. Пойдем посмотрим, что у вас тут еще есть. Кстати, мой удивительный фонарик перестал работать. Включается только в самых необходимых местах. Тетя Люба, это вы? А, нет, тут людей маринуют. В прямом смысле. Данс макабр. Тетя Люба, это вы? О, нашел, куда ползти. Очень удобно. Не зря я все-таки в это поместье каждую зиму езжу, да? Все пишут. 58-й год. Первый день работы в замке. Короче, население одни женщины и ничего не предвещает беды. Пока на 8 марта кто-то не нашел в погребе абсент. Это я репетирую свои крики ужаса, вы не подумаете. И все, выбрались. Обстановка, конечно, по кайфу. Эх, а сделал бы вовремя по демке, сейчас бы шутил про аквадискотеку. Собрал бы 6 просмотров. Отсыл понял, отсыл принят. Ну и чё, говорят, она огромное-огромное платье, вон нормального. Те, кто шарит за аквадискотеку, поймут. Собрал бы 6 просмотров. Ну и чё, говорят, она огромное-огромное платье, вон нормального размера. А потом окажется, что это не платье, это чулки на каждую руку. Чехол для рук и другие загадочные аксессуары женского... Или на ногу, я не знаю, там... А почему обязательно на руку? Ну хотя бы, нифига себе. Это чулки на каждую руку. Чехол для рук и другие загадочные аксессуары женского гардероба. Блин, ну тут будет интересно похорорить-то, да? Похорорить — это глагол, который я придумал. О, там пятка чья-то мигнула. Бежим радостно сюда. На всякий случай в другую сторону от пятки. Один хрен по скрипту выпрыгнет. Красотки! Девчонки! Папочка принес тюльпанчика. Где вы все? Буклетика супермаркета за 70 рублей. Хотя рыночный торгов... по скидочке, вы где все, девочки? Букетика супермаркета за 70 рублей. Хотя рыночные торговки, блин. Это на курортах такие штуки, в них надо руку засовывать. Полторез подойдет. Ай-яй-яй. Одна глазница пустая. Вам бы к нам в пытошную, вам бы и вторая глазница не пригодилась. И про апарт-отель уже пошутил. Да что ж такое? Давай, выпрыгивай как бы и по домам. А, можно по лестнице спуститься, действительно, что это я? Та самая двухэтажная театральная комната. Либо звук так очень странно распространяется, либо еще кто-то ходит. Жутики! Вон лестница, все нормально. Ставлю на то, что меня с нее столкнут. Прям в спину, прям по крыси. Нет, я бы с нее так не скатился, ладно.
Тетя Люба. Я не придумал смешного сокращения Димитрески. Димон? Тетя Димон? Ну, бред же. Так, в записочке было «в дверь нельзя». Тут одни двери. «Иди на свет» было в записке. Ну, все понятно, нам нужно пробраться через камин. Блин. Это как будто та же одежа, которую ношу и я. Но ведь у меня нет тела. Эх, жалко молодым умирать. О-о. Ну что, попробуем все-таки в главную дверь? На а штурм. Стоит ли? Ага. Эх. Чего я сюда со своими тюльпанами выперся? Зима, кстати. Ну правильно, март же. Ключи нужны, глазница нужна. Так просто нас не выпустят. Если бы я был одноглазой дверью, куда бы я положил вторую глазницу? Везде открывается только правый шкафчик. Подозрительно. Так, тут мы правый ящик еще не открывали. А нельзя, прикинь. Опа-па. Глазница? Ожерелье в виде плохого прикуса. Можно ли им вскрыть дверь? Сомневаюсь. Но, скорее всего, я что-нибудь триггернул. А в нашем деле главное что? Главное, чтобы никого-нибудь. Снова правый ящик, снова ничего. Ну, как нам показали призраки особняка Блай, стрёмный особняк не всегда ведет вообще к экстремному результату. Я не знаю, пойдем мы ожерельем потыкаем, блин, в замочную скважину. Тут под лестницей Гарри Поттер живет. Отсылки, блин, из 2000. Естественно. Потыкаем, блин, в замочную скважину. Тут под лестницей Гарри Поттер живет. Отсылки, блин, из 2000 года. А где совы, когда? Зачем мне дают осмотреть кружку? Это подозрительно. Прикинь, кровь пьют из фарфора. Ну все, на свободу, по любасу вообще. Подходит. Блин. Так, в чашечку мы уже посмотрели, что насчет прелестной рюмки. Оп! Не зря на меня озарение доходило заглядывать всегда. Вдруг предложение кто сделал наконец-то? Предложение делать не видео почаще. Maroon Eye Ring. Ну, погнали. Наконец-то меня сейчас гасанут, наверное, да? Ой. Ой, а ты кто? Кто ты? Что ты? Это вы меня гасить будете? Оу. А, нет, все нормально. Это просто стая комаров. Бля. Ай, бля. Вот это почему-то мне показалось смешным. А, не, расслабься, это стая комаров. Это просто стая комаров. Место меня сейчас гасанут, наверное, да? Ой. Это вы меня гасить будете? А, нет, все нормально, это просто стая комаров. Оптическая иллюзия, удачно так совпало. Стая комаров в форме ужасной женщины. Вставьте, блин, фумикатор! Ну, если я не могу использовать. Вы что, предлагаете мне всковырнуть отсюда глаз? Я всковырнул глаз. Мне даже не пришлось для этого использовать ожерелье. А я бы не удивился, если бы здесь были такие головоломки. Вставляй, конечно, мы же миллионеры. Кольцо выкинул, капец. Вы это открыли. Ура. О, нет. Но все как бы готово морально. Традиции виноделия. Ну, можно было хотя бы с собой какую-нибудь тяпку там взять, защищаться-то хотя бы. И не в замке Димитреску, можно отследить до 15 века. Вино никому не нравилось, потому что его делали из кровяки. На монтаже добавляю шуточку, то что надо было колбасу делать кровяную. 2 часа ночи. Колбаса кровяная. Опять под шкаф. А вот и ключ. Ну, конечно же. Ладно, давай сюда на всякий случай. Ну, я думаю, все закончится хорошо. Я просто подойду, не боясь комариной женщины. I'm watching you. Несмотря на то, что она смотрит на меня... О, нет! Комарики! Я вам... Комарики, комарики! Эх, пейте, пейте мою кровь! Ах, зачем она такая, если кончилась... Ну, ладно. Ну, просто это, к слову. О, нет. А я вам... Вот вы меня сожрали. Я вам цветочки принес, а вы меня жрете. Это вообще-то невежливо. Ну, ладно, видимо, пока. На волю.
На свободу с чистой совестью, дорогие друзья. Нелегкая, нелегкая, как оказалось, работа доставщика-курьера цветочного. Но действительно нам удалось выбраться. Ой, нет! Oh, yeah. Мама! Женщина, а чего у меня так хватит? Хорошо, хорошо. Мама! Женщина, а чего вы меня так хватаете? Женщина, а чего вы меня так хватаете, грубо? Вот это топчик, прям вот это реально топчик. Мама! Бедный котенок. Мама! Женщина, а чего вы меня так хватаете, грубо? А я вон вам цветочки принес с 8 марта поздравить. А не надо меня с гендерными праздниками поздравлять. Ну могу не с гендерным, могу с днем работника Икеи. Че это? Так здорово, как шкаф. Вот такие колбаски сделали из тебя. Ну, в итоге... Колбаски, да. С днем большой женщины, как говорится, в честь праздника. В честь праздника всех девушек, дам и женщин, как говорится. Великолепно. Это прекрасно. Это невероятно, это хорошо. Это просто замечательно. Прям не передать мои эмоции. Поэтому оставлю для ваших эмоций комментарии. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.